У меня была выставка в Ленинграде, в Русском музее, между прочим. Был огромный вот такой щит. Выставка скульптуры Симуна. И я с тех пор помню, я так обрадовался. Ну да, знаешь, молодой, знаменитый, ну не богатый, правда. Елена решила купить для телефона этот самый ответчик. Мы пошли с ней на Некрасовский рынок. Там магазин, где ответчики были, продавали. Был маленький отдел, где продавали финки. Ножи. Ножи, финки такие, которые на дело идти надо. Ну, мне скучно было выбирать этот ответчик. Я смотрю, подошел человек. Знаешь, такой, в сером костюме. Легкий костюм такой. Под ним чувствуется тело, мышцы такие. Причем недавно как раз в газете сообщили, что сбежал с этого, из тюрьмы в уголовник. Он выбирал финку. Он выбирал финку. Он так брал ее, так и в рукав ее засовывал. Я на него смотрел вот такими глазами. Я говорю, а можно я так попробую? Он выписал уже финку и дал мне в руки. Я тоже стал так пробовать. Он так посмотрел. Ну, говорит, есть очень много еще приемов. И тут я ему пьяноватый, я еще был пьяный. Не пьяный, а пьяноватый. Я говорю, знаешь, у меня выставка тут. И я сделал работу «Дорогу жизни». Знаешь, говорит, на Ладоге. Говорит, да. Знаешь, что он сказал мне? Он сказал, ну, тебе и повезло. Никакой искусствовед так точно не ответил мне на это, а? Повезло. Наливай себе сюда.